Я его заставила приехать, вот этот Кастелло Мондави. Я думала, что он, знаете, как это, другие Кастеллушки будут. Ах, виден, да? С дороги? Нет, нет, нет. Но тут нужно было снимать, потому что вот эта дорога, это такая классная стена. Но сейчас, может быть, не видно будет, пока мы поднимаемся, короче. Вот. Но на обратном пути обязательно засниму. Тут вообще такие просто виды невероятные. И сейчас мы быстренько сходим к Кастелло. Вот. А потом поедем в Мондови. Ну, тут то, здесь, главное, я ему говорю. Поехали, съездим тут быстренько в Кастелло. Тут мне дает 5 километров. А так 5 километров было до Мондови. А Кастелло, вот этот вот, да, вот этот замок, он от Мондови еще 12 километров, блин. Нет, 13 минут было, короче. Он говорит, нормально, говорит так, типа Мондови. То есть, получается, мы еще 17 километров проехали. Но потом мы вернемся в Мондови. То, что у него там своя тема. Он сказал, что Мондови, оно известно производством вот этих, это монгольфьеры, да, что это, вот эти вот, господи. Как они там, воздушные шары, или как они там, эти вот, большие, огромные шары-то эти, вот, воздушный шар, да, вот, он хочет свое, а я там увидела огромный акведук, ребята, такой акведук, это вообще просто невероятно, вот, видите, Роккафорте Мондови, я просто боюсь, что у него больные ноги, блин, ему сейчас ползти, я, кстати, хочу вам показать вот такую вот, смотрите, террасу вот тут вот из стен, смотрите, да, видите, да, и вот это там тоже есть какой-то Кастелло, ну, как бы, типа замок или что-то. И вот посмотрите, там тоже, видите, идет посередине, как труба такая каменная, как труба-стена. Вот, смотрите, покажу вам, что это стена, видите? Вот, видите, 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 посмотрите, посмотрите. Вот, и вот так мы ехали сейчас километра 2-3. То есть, когда я вам говорю, что все стены, тут, посмотрите, еще и вымощенность наша, да? Вот, то есть, все серьезно тут. Так, сейчас будет... Хороший подъемчик. Вон там немножко впереди. Вот. Тут еще какая-то... Еще какая-то церковь. Посмотрите, какая стена. Знаете? А. Короче, мне мало было по лестницам там на 85 метров подниматься. Ой, не на 85 метров, а на 75. Вот. Надо еще. Уже ноги болят. Сейчас пойдем. Тут, как обычно, река. Небось, опять Танаро. Везде. Кстати, я вам говорю, что странно, да? 6 петель мы Танаро прошли. Это вообще удивительно. Да. Короче, ребятушки, тут... Два велосипеда припаркованы. Видите, кто-то ушел и не вернулся, да? Тут кому-то опять мортиру, посмотрите, да? Это обычно в 45-м году. А вот Дове Эрено, да? Но. И Макино, но. Ладно, смотрите, написано. Аль Кастелло. Что, пошли? Ребятушки, невероятно. Куда идем? Ой, блин, тут вообще такой классный крутой подъемчик. Офигеть. Да. Зарядка для хвоста. Ну вот, видите, это наша речка-гонотичка. Вот. Поверо. Собой с пятами кви. Типа малила гамба. А? Ой! Йо. Ой, кит, кит. А, ящерица. Его нога болит, блин, ребятушки. Он из-за нее держится. Че, серьезно, что ли, с этим? Вот там можно было. Лапсипо пью фачи, видели? Допо. А, ну там закрыто, может. Минки. Дай. Ребята, это вообще просто финиш. Деревья повалили тут. Вообще дикий запад.
Просто дикий запад. Посмотрите, какие вибрации, да, посмотрите? У земли, да, посмотрите? А? Видите, как трубы идут, да? Так, вперед на мины. Это... Тут вообще завалено. Че они? А, Ники. А, окей. Да, посмотри, посмотри. Ну вот почему-то ногами не страшно идти. Хотя здесь лучше скользко. О, вот кто построил такую херню? Посмотрите здесь. Кому нужно было такую херню строить в таких абсолютно неудобных местах, да? Ёбаный в рот. А! Фу! Фуки. Это здесь вообще сложно идти. Блин. Блин. Минька. Это здесь опасно идти. Смотрите, там стены, нет? Я ее по урам покину. Сищивала. И пой соли, пой щендер, кузи. На задницу. А, ма квинти квелла и растрада. А магария, дяма растрада, да. А мы все, мета. Дичика на ней переколосу. Vuoi scendere? Scendiamo, andiamo su di là. Perché dobbiamo andare a sem- se c'è il castello è oltre questa collina. Lì indicava giù. 10 minuti. Ah. Lì in bicicletta sono passati di qua. No, perché è pericoloso, io ho paura di. Sì, ma adesso con una mano non riesce a scendere. Sta attento. Ok. Ребятушки, короче, пошли мы по другой дороге, потому что здесь, ну, очень опасно. Вот посмотрите. Это вообще просто. Ну нафиг. Поэтому я поставлю другое видео. Посмотрите, посмотрите, как он. Пока-пока.